4380 метров газопровода удалось проложить сотрудникам Мособлгаза в деревне Супонево в рамках программы социальной газификации. Работы были завершены в ноябре 2021 года. Сегодня в рамках восстановления благоустройства идет отсыпка уличных дорог песком и щебнем. О важности восстановления подрядчиками нарушенной инфраструктуры ранее говорил глава муниципалитета Андрей Иванов. Полный график проведения работ по благоустройству в Одинцовском округе опубликован в телеграм-чате по вопросам социальной газификации.